Чамдинским районным судом вынесен приговор в отношении 70-летнего жителя села Апраксина Чамдинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса, то есть незаконное хранение оружия и боеприпасов. 31 мая 2018 года в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что осужденный может хранить по месту жительства незарегистрированное оружие и боеприпасы. В ходе обыска по месту его жительства сотрудниками уголовного розыска в гараже обнаружили и изъяли обрез мелкокалиберной винтовки ТОС-8 калибра 5,6 мм, а также 15 патронов того же калибра и около 100 грамм дымного пороха. Со слов гражданина, он знал об уголовной ответственности за хранение незарегистрированного оружия и боеприпасов. Однако сдать все вышеперечисленное в рамках проводимой на территории республики акции оружия в 2018 не посчитал нужным. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев и штрафа в размере 7000 рублей. Приговор вступил в законную силу. Евгений Качелов, заместитель начальника отдела, начальник полиции.